творится, ну, не хочу подбирать такие красивые слова, конкретный произвол. За все, абсолютно за все вымогаются деньги. В случае, если у человека нет денег, помощь не оказывается. У нас масса случаев, вот посмотрите, вот этот список, я его везде хожу. Это уголовные дела, это отписки прокуратуры, то, что мы пытаемся бороться. У нас огромная просьба, помогите нам осуществлять борьбу с этой страшной мафией. Сейчас практически, я не буду говорить, есть очень порядочные главврачи, есть больницы, но практически в половине случаев мы имеем ОПГ, которая сейчас, еще с тех времен с Януковича, захватила власть в этих больницах, ничего не меняется. Мы пытаемся биться с этим, доказываем, что есть и деньги, и бюджетные деньги есть. Мы сейчас уперлись, наша основная специфика была, это аппараты МРТ и КТ. Вы знаете, как наказывают нас местные главврачи? Они его просто отключают, чтобы мы не открывали рты. И оно по 2-3 месяца не работает.